Ну и какой же отдых без шашлыка? Вот только не всем нравится запах. Люди, которые живут рядом с шашлычными, устали от навязчивого аромата. Изобретатель из Усть-Каменогорска нашел выход. Николай Кузьмин разработал фильтр для мангалов и котельных. Николай Кузьмин с гордостью заявляет, что его изобретение улучшит жизнь людей. Ведь благодаря всего одному кубометру воды и его установке количество вредных веществ при выбросе в атмосферу можно снизить до 90%. Вредные вещества проходят через фильтр и остаются в воде. Затем прессуются в блоки, которые гранулируют с угольной пылью. И их можно снова использовать в качестве топлива. Первый приобретатель установки Аладдин Исаев надеется, что жалобы жителей ближних домов на навязчивые запахи шашлычной прекратятся. Все равно. Воздух-то чистый будет зато. Видно сразу же, видно даже. Мы же проверили, нормально. Есть результат. Эффективность установки доказана, а автор уже получил патент. Экологи считают, что изобретение для города находка. В Усть-Каменогорске насчитывается порядка 40 шашлычных и не менее 80 котельных. А маслянистые выбросы от шашлычных содержат канцерогены, вызывающие онкологические заболевания. Конечно, по объему, валового объема они не сравнимы с теми выбросами, которые от стационарных источников, от автотранспорта выбрасываются. Но тем не менее, это лишняя капля в наш и так напряженный город, где достаточно, особенно в дни НМУ. Идея изобретения пришла Николаю Кузьмину не случайно. Сгодилось и техническое образование. У меня мать умерла от рака. И вот эта вот экологическая ситуация, она на здоровье многих граждан нашей страны влияет. Моей установке позволит снизить выбросы в атмосферу на 90 с лишним процентов. Сейчас Николай Кузьмин загорелся идеей приспособить новое устройство на автомобиле, работающий на дизельном топливе. И даже уже есть заказчик – крупное предприятие города. Индира Кимова, Кирилл Ефремов, Восточно-Казахстанская область.